представители поколения X больше занимаются сексом, чем представители поколения Z. Точно можно сказать, что молодые люди, это для них не так ценно, не так значимо, да, эти сексуальные отношения как таковые, в значительной степени, потому что все стало слишком откровенно. То, что было потаенным, а потому будоражащим, да, здесь же важно, что такое. Вот это внутреннее дрожание, вот, оно есть влечение как таковое, когда ого-го. Вот. А если оно все такое всегда по телевизору, что называется, показывают и так далее, то это уже не создается. И вот эта вся тайна, вся загадочность, вот весь вот этот вот необходимый афродизиак, который делает эти чувства наши напряженными, буйными там, и так далее. Вот, весь этот афродизиак канул.